Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. В данном видео мы поговорим по поводу хранения велосипеда. Может, каждый или через одного сталкивались с такой проблемой, что вот велосипед стоит в прихожей, и он мешается, засыпается вот за руль, за педали, и надо решать как-то эту проблему. Если нету балкона в квартире или балкон заставлен, надо решить, как его можно повесить на стенку. Подойди сюда. Есть место вот повесить его вот на вот эту стенку. Вы скажете, почему я не поставлю сюда вот вниз. Здесь у нас частенько становится сушилка, сушатся вещи, и здесь невозможно. Вот незадействованный угол получается вот в этом месте. Магазинные крепления, которые я смотрел, они буквально только на один велосипед. Мне надо сделать именно такое крепление, чтобы можно было повесить и вот этот велосипед. И плюс, если дополнительно я еще в будущем куплю еще один, чтобы можно было повесить, и они два висели вот на вот этом месте. Делать я буду из рамы то ли какого-то столика, то ли лавочки. Там профиль именно взят 20 на 20. Приятного просмотра.
теперь он затягивается. После того, как повешена конструкция, этого еще недостаточно, чтобы сюда повесить велосипед. Чтобы рама не терлась об металлическую конструкцию, я вот купил метр шланга. Вот я напополам порезал. Вот, вот так вот ставлю. На вдоль я тоже его разрезал. Чтобы не крутилось, можно немножко обмотать канцелярским скотчем. Ну вот и все. Вот как получилось. Здесь, я думаю, не только еще один велосипед влезет, а еще два спокойно. Резиновую трубку я обмотал полностью канцелярским скотчем. Потому что трубка чем-то помазана, остаются отпечатки на руках. Скотчем она и прижалась, чтобы не крутилась в этой трубке. И руки не будут пачкаться, хоть я и пытался, вытирал тряпкой. Вот. Такую конструкцию можно сделать не только из металла, можно из алюминия, из полипропилена. Там уже, конечно, конструкция не такая будет. Если взять полипропилен, там надо будет диагонали делать, укреплять жесткости. И вот по поводу крюков. Почему я вот поднял вверх? У меня вечная проблема, когда приду с рыбалки, ищу ручки дверей, куда повесить садок. Теперь смотрите. Это вот на время сушки. Вот так вот делать. И все, и он никому не мешает. Всем спасибо, пока.